Я вот думаю, что я последнее время живу в любви. Ну, в Так. смысле, не то, что я люблю, а я чувствую, что меня очень сильно любят вокруг все. И прям такие... Я думаю, как это вообще получается? Ну, вот я же долгое время не жил в любви, наоборот, я жил такой, блин, уроды, мудаки, козлы, меня кидают. А, сволочи, мя-мя-мя. Ну, такое было. Внутри вот такое было. Я думаю, что я мог бы сказать людям, которые не живут в любви и хотят жить в любви. То есть, по сути, чтобы жить в любви, важно, чтобы внутри было вот это позволение, то есть создать для любви пространство. Да? Куда она... Потому что пока мы заняты чем-то, мы заняты, мы говорим, так, сейчас я счастливым быть не могу. У меня нет бизнеса. Или сейчас я счастливым не могу быть, у меня нет семьи. Что там такое? Давай я попробую. Да? Нормас, да, пошло. Правильно я говорю? Создать для любви пространство пустое, то есть стать пустым, получается. Потому что я ж любовь не создавал, я просто разбирался со своими тараканами. В какой-то момент я такой чувствую, все, я ноль. Кончилось. Да, любви нету никакой, но и ничего не тревожит, да просто никак. И потом хуя, как плотину, прям все там, прямо, знаешь, вот так вот. Все, о чем мечтал, прям поперло со всех сторон. Само. Само, да. То есть получается, что задача опустошиться, да, стать никаким. Я, кстати, впервые эту тему услышал про стать никаким от одного гуру секса. Я спросил его, что самое главное в сексе. Он сказал, самое главное в сексе стать никаким. Через те, что ты И через тебя проходишь, что-то начинает да. происходить, да. И ты думаешь и А, наслаждаешься тем, то есть что мы, происходит. получается, мы мешаем жизни, да? Мешаем. Мы Вот. своими тревогами вот Да. этим, мы мешаем жизни. Как идиот. Офигеть. В общем, друзья, да, мы открываем курсы. Как помочь жизни дать тебе все то, что она хочет тебе дать, чтобы ты жил в любви, чтобы тебе все заботились, чтобы они для тебя делали все самое лучшее, все, о чем ты только вообще мог подумать, чтобы вот это все. Когда проходит вот эта внутренняя тревога? А, бля, а вдруг? Вот это же мешает. Да. То есть мы же, как знакомишься с красивой девушкой и думаешь, а вдруг она не даст? И ты заставляешь ее отказать. А когда есть полная уверенность, когда ты даже об этом не думаешь, это настолько, это как вот с женой переспать, Знаешь да? что? Происходит то, что ты как будто свидетельствуешь то, что что-то происходит. У тебя такая уверенность, что оно происходит, а зацепки вот этой нету. К чему оно идет? И ты как будто серфишь просто, вот оно тебя несет, а внутри, в общем, ты не знаешь, куда тебя А несет. происходит-то любовь, Да. происходит-то все самое лучшее. Да. То есть ты с удивлением обнаруживаешь, после того, как опустеваешь, что то, что происходит, ты об этом даже мечтать не мог. То есть это лучше, чем ты даже подумать мог, насколько это круто все интересно складывается, и какие приходят люди, и какое качественное общение, и какая качественная любовь, и все вот, все становится как бы неимоверного качества. Как знаешь, вот яблоко выросло, на нем же знак качества от Господа Бога. Оно идеальное, там как бы лучшее, ну понимаешь, да? Вот и твоя жизнь такой же становится. То есть такая естественность, вот как сказать, блаженная естественность. То есть задача просто разбираться со своими вот этими внутренними штуками, опустошаться, опустошаться, становиться никем и ничем, ребята. Как стать никем? Курсы, записывайтесь.